В Центральном парке прозвенел последний звонок для выпускников. Голубые ленты, прощальный вальс, последние напутственные слова учителей. Проводил учащихся во взрослую жизнь глава города Мейрам Смагулов. В этом году 80 школ города Караганды выпустили более 2000 одиннадцатиклассников. Позади диктанты и сложный контрольный. Лишь единое национальное тестирование отделяет выпускников от взрослой жизни. До ЕНТ еще около недели, но уже есть предварительные прогнозы. 49 претендентов на золотую медаль, 120 на аттестат с отличием. Конец этого учебного года радует своими результатами. Выступить со словами напутствия на мероприятие приехал аким города. Выступаете во взрослую жизнь, и мы уверены, что каждый из вас найдет свое место в жизни и станет достойным гражданином независимого Казахстана. В этот торжественный день хочу поблагодарить всех педагогов, родителей за их верное служение делу, за их эффективный и результативный труд. Танцевали свой последний школьный вальс, дали последний в жизни школьный звонок. Теперь перед ними стоит самая главная задача – сдать единое национальное тестирование. Конечно, жаль расставаться со школой, но что ж теперь? Впереди новая жизнь, студенческая жизнь. В предвкушении этого момента, но самое главное сейчас – сдать единое национальное тестирование. И мы надеемся, что мы очень хорошо его сдадим. Для кого-то к счастью, для кого-то к огорчению прошел последний звонок. Воздушные шары в знак памяти о школьных годах выпускники запустили со слезами на глазах. Небо опустил цветные шары. Амина Смакова, Олжас Кабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.